утренний поход на завтрак. Наконец-то мы встали. После вчерашнего тяжелого дня было очень непросто встать. Но идем на завтрак. Вышли наконец-то на улицу. И вот утро. Утро. Здесь сколько? 9 часов? 9 утра. Да. Ну, полдесятого. Полдесятого. Тромсе. Красиво, слушай. Красивый городок. Вау, смотри как. О, да. Ну, мамаль уже в снежки играет. То, что мы и хотели. Начало. Пойдем гулять по Тромсе. Вон Мась уже идет. Нужно осваивать целину. Амаль уже осваивает целину. Вон туда иди. Классно. Вот. Ради этого мы и приехали. Укрывать. Амалию, укрывай Амалию. Давай. Балована. Не-не-не-не, ну он не настолько. У вас игры какие-то южные. Ну да. Мы у нас есть пуски, а сейчас. Так, ну хватит. Все, улетай. Пошли. Пошли дальше. Дома в Тромсе. Очень много деревянных домов. Во время войны здесь не было бомбежки, поэтому сохранились дома, которые много-много лет. И все дома деревянные. Ай. А Амаля делает снежную бабу. А мы идем смотреть город. А вот очень интересное здание. Вот то, что я вчера говорил. Видишь, написано кино. А на самом деле здесь, если посмотреть, написано вины. Кинематограф. В 1915 год. Деревянное здание. Сохранил старый кинематограф. Ой, смотри, а здесь смотри. Что-то, машина какой. Снежинка, что это? Ну вот, на. Ой. Полиция ездит. Пошли дальше. Здесь какой-то фильм. А? Вау, красота какая. Смотри. Ой, здесь фильм. Для детей фильм. Маська, смотри. Этот самый, как во многих местах, это уличный, как там фильм показывает. Детки убьются, да? Ну да, детки. I love you.
Ай, ладно. Мать, смотри впереди. Пойдем посмотрим. Смотри, какая красота впереди. Смотри, горы, пойдем. Вау, смотри, какая красота. Пойдемте. Остановись, я сфотографирую там. Маська, иди к маме. О, отсюда будет красивый вид. Я буду сидеть. Я обещал, я за всех кину в Ледовитый океан. Это, в принципе, это залив от Северного Ледовитого океана. Кину монетки. За всех. Одна, вторая. Все. За всех. Третья, четвертая. И начинаем по одной. Одна полетела. Вторая полетела. Третья полетела. И за всех. Все? Все. Мы выполнили миссию. Поставленная задача выполнена. Я снимаю на камеру то, что она сделала. Она сделала снежок классный. У меня уже полные карманы снега. А? А Майя делает кейф. О, смотри, какая красота. Вот это на полярной ночи. Он 17-го года, ему 100 лет. 102 года. Какого? 17-го года. Или что в Норвегии настолько все дорого, что даже дорогое кофе стоит бешеных денег. Вот мы купили кофе. Два. Две чашки кофе. Смотрите, какой рисунок. Да, с сердечком на кофе. А там листик. А здесь на кофе листик. Да. И заплатили, вот счет. Заплатили. А? 84, корона, да. Да, это получается, а это получается 40 шекелей, правильно? На двоих? Да, то есть... Да, то есть не дороже, то есть не такие цены, как нам говорили. Что... Это хороший, да. То есть мы еще будем в магазинчиках, еще покажем цены в магазинах, да? А сейчас Амали будет шоколад горячий. Везде темно, солнца нет, но в каждом месте горят огни, горят свечи. И это придает очень теплое и хорошее настроение. И всех, все добрые, все веселые. Мы побывали в туристическом центре. Сейчас очень красивая картина. Это в Тромсе день, середина дня, очень светло. А говорят, что полярная ночь, какая ночь? Вон, полный сплошной день. Все. А там мост, мы видим этот мост в Тромсе.
На этой горе подъемник. На эту гору мы потом как-нибудь залезем сверху и будем сверху смотреть. Вид на Тромсе очень красивый. Вот и горы, фьорды. Вдалеке горы красивые. Вон там уже с той стороны надо посмотреть. Сейчас пойдем еще погуляем. Ну, Маська, как всегда, ей только нужно... Ой, она только в снежки играет с нами. Сейчас мы идем в парк. Какой парк? Парк, где можно кататься потом. Да, мы, может быть, завтра или послезавтра возьмем лыжи и покатаемся. А зато с другой стороны... Здесь лучше. Чем выше, тем лучше. А с другой стороны Тромс. Просто, Яна, мы находимся вот на такой дороге. Привет. А Амали находится вон там в снегу. Вот где-нибудь провалится. Если она провалится, как раз одна только... Один помпончик останется. Вот такой вот снежок. Это мой друг. Хорошо, пошли. Какой красивый лес. Парк. Что ты сказал? Я говорю, что очень красивый парк. Много деревьев, деревья все в снегу. Такая красота стоит. Очень красиво. А я очищаю елочку. Бай-бай. Это не елочка, это какая-то... Чё? Другие деревца. Правда? Я там другие деревья. Я собираю елочку. Что у меня росла? Зеленая была. Все, и в завершение нашего похода сегодняшнего по Тромсе, по всему городу, мы пойдем кушать бургеры. Амаль, заходи. Заходите. Амали пьет фриц-колу, а мы пьем загадочное пиво. Пиво, которое местного производства, варят, и каждую неделю у них другое пиво. Как повезет. Мы сегодня пьем это пиво, но оно очень пахнет. Чем пахнет она? Слушай, чем она пахнет? Она какими-то ягодами пахнет, по-моему. Она прикольная. Я так не понимаю. Очень вкусное, кстати. Очень вкусное пиво. Это обычное пиво. А это необычное пиво. Прикольно. Вот она. Как называется? Где написано здесь? Мистер. Я не знаю. Я сейчас знаю. Пока мы ждем гамбургер, можно поиграть. Я туда-то. Очень вкусно. В Тромсе идет снег. И сегодня мы идем